Так. Снимаем. Привет всем! С вами ваша Silva Butterfly, Серебряная бабочка. Сегодня видео по заказу от Алисы Горбанзе. Она сделала новогодний тег и тегнула парфюмерных блогеров. Я оказалась в их числе. Алиса, большое тебе спасибо. Что ж, давайте сразу приступим к тегу. Вопросов много. Я бегала по комнате, искала, что же сварганить. И вот то, что быстренько нашла, сейчас вам покажу. Так. Парфюм «Звезда недели». Вот этот парфюм у меня оказался «Звезда недели», номер 5. Компания The Trend, House of Sillage. У меня таких вариаций очень много, но вот этот мой самый любимый с цветком акации. Я его просто обожаю. Он не указан там во фрагрантике как акация, но для меня это какая-то стопроцентная акация, натуральная. Обожаю, люблю. Что дальше? Пустая банка, уход за лицом. Что тут у меня есть? Ой. Еще ничего пустого нету. Как будет, скажу. Последняя капля. Закончился парфюм. Тоже такого нет, представляете? Столько парфюмов, что у меня никогда ничего не заканчивается. Дальше. Любимая банка, уход за лицом. У меня не банка, у меня крем, но я его не могу найти сейчас. А, вот, нашла. Он здесь на столе. Но он как раз-таки подойдет в категорию «Пустая банка» или «Последняя капля» и «Уход за лицом». Это вот Мерлин Монро. К сожалению, их больше не продают почему-то. Называется Starlet Glow Heart Candy. Это просто такая сыворотка, когда вот я делаю макияж, готовлюсь к видео. Первым делом я наношу вот эту сыворотку, потом какой-нибудь обычный дешевый крем в виде, скажем, каких-нибудь польских кремов. И иногда я делаю спрей для лица, который я забыла пронести. Оля подготовилась. Ладно. Серебряная бабочка в пути. Дальше у нас идет что? Любимая банка, уход за лицом. Так, я уже сказала, так, как попало. Парфюм, бюджетный релакс недели. Ну, не скажу, что прям уж сильно бюджетный, но вот этот вот релакс недели получился у меня на славу. Trussardi My Scent. Я его обожаю. Когда мне нужно релаксировать, когда мне нужно не нервничать, я наношу Trussardi My Scent. Мой запах. Коротко и просто. И он, можно сказать, может быть, спокойно моей парфюмерной подписью, если бы у меня не было еще штук так 20 моих парфюмерных подписей, которые я каждый раз меняю. У нас идет так, лучшее для волос. Ну вот это я сейчас использую. Очень мне нравится Whole Blend Conditioner Milk. То есть это такое молочко для волос, которая просто расправляет волосы. Здесь honey and meal, то есть это мед и молоко. А есть еще несколько вариаций, но все труднее стало доставать это, потому что я не вижу в магазинах, надо где-то искать. Парфюм разочарование недели. Ну, такого нет. Парфюм очарования, ну не неделя, а вот последних месяцев, это у меня Celine Night Clubbing. Обожаю. Ночные клубы, кто не любит. Вернее, как, я уже не люблю, но как бы по старой памяти. Я просто обожаю этот запах. Он мне многое напоминает. И кто не пробовал, все сходите в Celine и понюхайте. Если у вас есть Celine, там, где продаются красивые сумочки, курточки кожаные и красивые туфли.
Ну, конечно, у них еще есть украшения, но линейка Celine очень интересная, и там даже есть такие наборчики, вот там, не знаю, такие вот по 7 или по 10 миллилитров, такие пузатенькие бутылочки. Я вот хочу их себе как презент. Дальше. Уход за телом. Вот за телом я всегда забываю ухаживать, хотя надо. Называется Soul Elixir. Вот так вот. От Ифраше. Это тот крем, который помогает воспринимать сам парфюм, Soul Elixir, вот этот фиолетовый. Он у меня тоже, кстати, есть. Но за год я к нему так и не прикоснулась. А вот кремов все-таки иногда прибегаю. Потому что буквально маленькую росинку достаточно, чтобы от тебя пахло весь день. А мне это не нужно, потому что я же создаю видео каждый день. Поэтому, когда у меня есть передышка, я это делаю. Наверное, перед сном. Что дальше у нас идет? Что на ногтях? На ногтях у меня вот такой вот лак. Орли. Так. Фролик. 497 называется. Вот так вот выглядит. Чему мне нравится, что я покрываю постоянно лаком ногти, вместо того, чтобы стирать ацетоном. За что меня ненавидят хейтеры. А мы продолжаем дальше. Глаза, тушь, тень и так далее. Значит, что я использовала? Где-то я приготовила и уже не могу понять, куда я положила. Тушь вот такая. Как бы у всех нормальный Lancôme, скажем, и в Saint Laurent, а у меня по колхозному Revlon. Вот он мне сейчас накрашен. И тени, конечно, мои забойные, которые Annabelle Silver. То есть Silver for Silver Butterfly. Серебро для серебряной бабочки. Специально сделала для меня. Я могла бы быть адвокатом этой фирмы, потому что я обожаю именно вот эту серию Metallic. Там есть хром, там есть какой-то Юпитер или еще что-то. Но вот эти и еще одни темно-серые, блестящие, самые мои любимые. И сегодня я еще сделала по-новому, по-инстаграмному тени, вернее, румяна. Называется морозные щечки. Вот это дело вообще винтаж, наверное, 80-х, но я накрасилась, вроде так ничего. И что у меня там еще есть по плану? Помада дня. Помада дня вот такая вот. На мне она сейчас. Это как зашлепывается чпок. И распаковка парфюма. Специально сбегала в магазин и купила вот эту вот коробочку, которую сейчас же с вами и распакую. Так. Понятия не имею, что там. Ну, подозреваю, что яблоко. А что, как, где, я не знаю. Потому что это экстра, а не просто вот это яблоко. И не знаю, понравится, не понравится. Вот сейчас посмотрите сразу на мою реакцию. Так, красиво коробочка раскрывается. Вот такое яблочко. Опять же, серебряное. Все сошлось сегодня. Смотрите, ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Сейчас будем нюхать. Так, как тебе подступиться? Смотрите, как розовенько внутри. Розовенько внутри. Не подумайте плохого. Желтая рубашка, да? Это из песни. Так, сейчас я набрызгаю сначала на руку. Какая прелесть!
Это такая пудровая дымка около яблони, покрытая такими розовыми яблочками. Ой, какая прелесть! Это очень современно, современно. Просто кайф, обожаю. Хочу на себе. Когда я вот так делаю, это говорит о том, что я одобрила, и мне пошло, зашло, все нормально. Я даже немножко чувствую здесь карамельности и такой вот перчинки. Я специально не открывала фрагрантику, чтобы не сбивать себя с мысли. Но мне определенно хочется еще раз брызнуться. Что такое? Не того, что оно такое разбеленное, а из-за того, что мне он так понравился. Конечно, сказать, что мне другие не нравятся, это неправда. Потому что, кстати, я притащила еще один парфюм, и я забыла про него сказать. Потому что я читаю через раз. Ну, в общем, сейчас подождите. Парфюм недели, так-так-так. Не могу вспомнить, но, скорее всего, я его подумала поставить, что ежедневный парфюм Халстон. Релакс. И вот он, мой релакс. То есть я его тоже обожаю вместе с моим Тросарди. Они как-то выручают. Если депрессуешь, если ничего не хочется, если никакого тяжеляка не надо в жизни, тем более в парфюмах, я прибегаю к вот этим двум товарищам, особенно к этому в последнее время. Он такой легкий, как бриз, и в то же время держится долго, и в то же время интересный какой-то своей и семьяковостью, но с халстонским уклоном. Стоил копейки и ни разу не разочаровал. Казалось бы, что такое? Если у вас есть, идите попробуйте. Халстон, мой любимый Халстон, от которого я без ума. Постоянно говорю про Халстон кино, про Халстон классический парфюм. И все мне мало. Это называется просто Unbound. Если так видно. Горбанза попросила меня под конец станцевать. Ну, я не знаю. А вы хотите, чтобы я станцевала? Я вот придумала такой имидж, но это будет, по-моему, слишком. Вот так. И как будто бы я такая танцую с этим новым парфюмом. Но танцевать, знаете ли, это совсем другое. Там нужно столько движений, что я пойду в другую комнату и потанцую. Специально для вас. Ну и, конечно же, в первую очередь для Горбанзы, которая пригласила меня на этот тег. Всех поздравляю с праздниками. Christmas, то есть Рождество, Новый год. Желаю счастья, здоровья, удачи, всего того, чего вы сами себе желаете. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка. Я пошла танцевать. Пока-пока, я полетела.